друзья, с вами Александр Винокуров, преподаватель по инструменту кларнет. И сегодня на моем канале вы услышали три еврейские мелодии на праздник Новый год, Рош ха-Шана. И мы сегодня с вами для моих учеников разберем первую мелодию, которую я играл. А вы потом, пожалуйста, напишите в комментариях, какие это были мелодии, чтобы все узнали. Итак, первая мелодия. Начинается она с нотки до, фа, до, фа, до, ля, фа, ля. Первый напев. Потом идет ауфтакт. Фа, ля, до, до, си бемоль, ля, си, ля, соль. Соль, ля, си бемоль, ля, соль, ля, си бемоль, до, ре, до, си бемоль, ля. Фа, ля, до, фа, соль, фа, ми, фа. И повторяется. Фа, ля, до, до, внизу, фа. Фа, ля, до, до, фа. И первый раз также я могу устроить эту мелодию на октаву вниз, да? Уже будет малая октава. Значит, до, фа повторяется, до, фа повторяется, до, ля повторяется первая октава, а потом вместо второй октавы играется внизу. Слушаем. Сейчас внизу будет фа, ля, до. Теперь от соль. Соль, ля, си бемоль, ля, соль. Теперь от ля. Секвенция ля, си, до, ре, до, си, ля. Теперь снова от фа. Фа, ля, до. Было фа, ми, фа. И потом повторяется первая мелодия. Вот такая была песенка. Это для начинающих, кто еще не освоил хорошо вторую октаву, он может ставить в первой октаве и в малой внизу. Всем, кому сегодня было интересно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте мне вопросы. С вами был ваш педагог по кларнету Александр Винокуров.